Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад. Сегодня мы будем продолжать проходить Watch Dogs. На канале «Прикоснуться к играм» Watch Dogs 2, и миссия называется... Классная миссия. Да, ладно, сейчас скажу. Под наблюдением. Под наблюдением. И погнали. Нам говорили то, что вот у этого парня, кажется, тихо. Телефон. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нравится тут, а? Еда. Так себе. Ага. Ну и как? Не пойму, моя маска ее заводит или пугает? Сними ее. Главный да, офис сними ФБР, её, пожалуйста. Башня Делумс. Нам нужны остальные данные. Зачем? Затем. Что творится, какая-то хрень. Серьезная. Кучу хакеров знаю, и все говорят, что их пасут какие-то фургоны. Это не первый раз, когда ФБР пытается прижать хакеров. Ты с нами или сдохнешь, но... Сейчас? Да, учитывая нашу популярность. Ты доверяешь Рэю? Доверяйте ему. Вдруг продался? Нет, нет пути. Ты можешь мне поверить? Так. Может, Миранда нам поможет? Думаю, да. Она использует апу для такси. Подрублюсь, подвезу ее. Вам что-нибудь принести? Я уже ухожу. Но можно вопрос? Эта маска пугает или заводит? Да. Может, что, да. Выпьешь еще кофе? Удачи. Там с ней теперь забой. Это, знакомиться. Ну, вон они там до сих пор цели. Сейчас подойдем послушаем. Значит, жуткий, но классный. Да, как будто пустынный воин такой. Снаружи грозный, но прячущий внутри истерзанную душу. Истерзанную? Ну, тобой. Ты милый. И опасный. О, да. Ну, погнали мы на миссию. Посмотрели, как ухаживает он за девушкой, вот пытается с ней познакомиться. Вернее, уже познакомился. Клеит ее теперь. Немножечко драмы на нашем канале. Да, вообще Watch Dogs так-то и драматические игры. Че, серьезно? Я думал, это вообще боевик. Дорогие друзья, мы прошли половина игры, и только сейчас я понял. Нет, это был другой, вон Гораский, который пропал. А я вам хотел вообще показать. И кто не умер? Не надо! Точнее, мне кажется, что умер. Замолчи, пожалуйста, не спорили, ничего не говори вообще. Дорогие друзья, вы ничего не слышали, вы ничего не знаете. Я не знаю, тебе надо ехать на миссию, представляешь? О, блин, ну ладно, там просто чё. Ты можешь тпшнуться туда, пожалуйста? А куда ехать-то? Я откуда знаю? А, ну Грацию точно. Да, гони Грацию. Где тут Горацио находится? Чувак, чел, гора, ты где? Гора, ты где? Гора, да, правда, я ты где? Я бы дал кличку Гора. А тут Магомед. Магомед! Ты будешь Магомед, а ты знаешь такую пословицу? Гора не идет к Магомеду, если тогда Магомед идет к горе. Умный гору не обойдет, умный насквозь ее пройдет. Неправильно, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Нет. Умный в гору не пойдет, умный гору не обойдет, умный гору насквозь пройдет. Это какая-то тупая босса. Ну, лично я такую, может, не слышал. Хотя, может, и нормально. Окей. Ну, то, что зачем там обходить все дела, когда можно просто поехать. Слушай, если ты будешь насквозь гору проходить, значит, ты это... Ненормальный. Согласен. Ты призрак. Да, по-любому призрак. Кто?
А, призраки снимают летсплей. Да. О, черт, вот он и его телефон. Мобильник нашел, но Горация не вижу. Что-то должно быть. Спири, пока мобильник, пока он не видит. Продадим. Нет, так ты понимаешь, это наши хакеры. Ну, да. Вот камера мобильник есть. Мобильник крутой. Ну, понимаешь, если ладно, мы его... Ладно, нужно хакнуть камеру. Отмотаем назад, посмотрим, что да как. Как ты лыпаешь? Ну, реально. Тише. Вот же он. А это кто такой? Давай уходи, Гораций. Да! Боже! Дай им отпор! Щит! Черт! Черт, они хотят его похитить! Мы должны узнать, кто это. Джош, включай распознавание. Блин! Мы их найдем. Есть контакт. Луис Травина. Черт, он из банды Тескас. А, Тескас? Дерьмо. Банда, считай, что вы уже трупы. Отследим Травина. Есть его номер. Похоже, часто бывает около одного здания. Лови координаты. Типа, круче только яйца. Банды дороже денег. На сделку всем насрать. Нет, ну все, они вообще фиги. Я тебе говорю, они будут трупы. Мы сейчас их грохнем. И своего друга обсоводим. Сгинь! Ты как думаешь? Надеюсь, он там. Они с ней ничего с ним еще не сделали. Ну, просто, надеюсь, посадили на цепь, приковали наручниками. Дорогие друзья. Посадили ему на голову мешок, заковали его там в наручники, в общем, привязали. Как Аджая. А, который потом за секунду выбрался, да? Полиция? Да. Потому что... Нет, ну вот нормально. Никто не... никогда выиграться, да не могут нормально. Серии, точнее, по краю никогда не могут нормально тебя прикрепить, да? Да, привязать. Привязать там, в общем, сделать можешь так, чтобы ты не смог. Ты можешь... Угу. Чтоб нам время не тратить на езду. Ну, тогда только там, наверное, до 10 метров. Ладно, ну, там примерно на 100 метров. Ну окей. Не, ну брат, дорогие друзья, зачем нам время тратить на езду, если можно время провести, играя, проходя миссии? Слышь, чё, вообще офигела, попутала, берега попутала, прикинь. Вообще в шоке. Мне кто не привезет тачку, да ну её мне. Вон, вот так живо! Стоит. Ну, я просто подъехал. Когда в третьем очень классно, блин, тебя привязали, блин, в клетку. И какой-то обычный мужик смог ее просто. А за что стреляют? То, что я просто въехала на территорию. Ага. Окей. Ха! Ты видел сквозь машину, да? Это круто. Это Watch Dogs 2. И Ubisoft. Да, тут все можно. И простреливать, да, сквозь дома, и простреливать сквозь стены, и живучесть, блин, убрали. Наоборот, кстати, в играх нравится живучесть твоя именно. Это да. А пусть враги умирают с одной пулькой, но ты можешь даже, допустим, какой-нибудь толстяк полностью в броне, вообще через 500 километров там, ты в него стрельнешь электрошокером. Дорогие друзья, он забыл сказать, что это бред. Он просто, да. Он забыл. И, типа, и ты стреляешь в него электрошокером, а он умирает. Да. Электрошокером всегда реально можно убить, это уже правда. Смотря куда выстрелить. Я не понял, это еще что за музыка. Смотря куда выстрелить электрошокером, тогда можно. Если очень долго. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я за тебя работу выполняю, добавь работу. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте лайки.
почему во всех играх всегда двери открыты почти везде? Замков не нашлось на все игры. Гораций, чел, я тут, держись! Скорую! Джош, звони в скорую! Тихо. Я здесь, друг. Тебе помогут. Держись. Черт. Он умер. Ситара, Джош, он мертв. Боже, Маркус, срочно уходи! Жопа! Так, стоп. Типа умный, да? Ну да. Умного не поймали бы. Теперь все, что знаете вы, будем знать и мы. Ни хера я не скажу. Иди ты. Иди ты. Это я. Иди. Нет. Нет, Пута, но... Сука, бред! Уходи отсюда, Маркус! Тебе надо идти! Блин. Еще рано. Пошли мстить. Брат, мы отомстим за тебя. Говорят, что надо не всегда мстить. Но в этот-то момент надо хочу мстить. Хочу выследить ублюдков. Есть необычные сигналы сети рядом? Дофига, совсем рядом. Я убью вас и сделаю из вас хот-дог. И буду продавать его. Точнее, даже продавать его не буду. Давай не будем баловаться. Реально, такой момент. Убили нашего друга. А убить их надо, реально. За гранатомета просто перестреляют. Очень же самым жестоким способом. Нет, зачем? Это быстрая смерть. Надо сделать очень медленно. Долгую смерть, чтобы они очень долго мучились. Очень. А ну повтори. Ну, давай. Надо их перестрелять, этих гадов. За то, что они убили нашего. Что, убиваем? Конечно, убиваем. Нет, прямо вот сейчас начинаем. Да, мочи их. Не-не-не, сейчас там их кучка просто. И взорви их. Кто-то решил со мной поиграть? Найти его! Нельзя просто пальнуть в наши смыслы! Сдохните! Засветился, парень! Чингада надо! Что там стряслось? Да ничего там не стряслось, вы просто сдохните! Правильно. Не зря, да, я прокачал эту штуку. Это жирно. Ты жирный. Да вообще тут жирно. Пока.